Более 4000 трудоспособных граждан Украины перебрались в Нижегородскую область. Из них 3830 человек уже нашли работу. У остальных проблемы с поиском в основном связаны с невозможностью подтвердить имеющуюся профессию документально. Это стало главной темой совещания главного федерального инспектора региона с представителями органов власти. Есть сложности тогда, когда граждане хотят устроиться по имеющейся своей специальности или профессии, но нет документов подтверждающих, потому что люди бросили все, нет ни трудовых книжек, нет ни документов, которые могли бы подтвердить. Поэтому это тоже имеет некоторую особенность их трудоустройства, но мы их трудоустраиваем в разные отрасли. Это перерабатывающая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. Те же, кто имеет на руках дипломы, успешно устроились в школы и медицинские учреждения. Больше всего вопросов вызывают переселенцы, которые на сегодня размещены во временных пунктах проживания. Здесь есть граждане, которые не спешат с поиском работы или до сих пор не могут определиться со своим статусом. Проживание и питание, оно обходится сегодня 800 рублей в день каждого гражданина. И цифры, которые озвучивались, они большие. 39 миллионов рублей было выделено это за период июль-август. И сегодня заявка, поданная правительством Нижегородской области, она приближается к 100 миллионам рублей. Это ноябрь-сегодняшний день. То есть суммы они приличные, и мы хотим понимать, за кого эти деньги платятся и насколько они обоснованы. Никого, конечно, выселять не будут, но государству необходимо понять причины бездействия некоторых переселенцев. Если проблемы не получится решить на уровне региона, к делу подключится федерация.